Добрый день! У нас с вами пятая неделя восстановления, и упражнения, которые вы выполняли на прошлых неделях, скорее всего, они у вас уже не вызывают каких-то либо сложностей и трудностей. На пятой неделе мне хотелось, чтобы вы уделили наибольшее внимание растяжке коленного сустава. И также завели маленький блокнотик, куда вы бы записывали результаты своих упражнений. То есть, допустим, если на прошлой неделе вы выполняли 10 повторений какого-то упражнения, то на этой неделе, чтобы вы выполняли 12. Чтобы все время замечалась прогрессия, чтобы мышцы не застаивались, чтобы не привыкали к нагрузке, чтобы все время был рост. Итак, посмотрим упражнение пятой недели. Упражнение заключается в балансе. Начните сначала с баланса на вот этом пилатес пэде, а потом можете добавить, когда будете чувствовать себя комфортно, добавьте имитацию легкого приседания вниз. Вот это упражнение будет заключаться в том, чтобы медленно спускаться со ступеньки. Смотрим. Это упражнение заключается в балансе. Для этого вам понадобится вот такой пилатес-бол, мяч. И упражнение будет выполняться вот так. Далее, чтобы утяжелить упражнение, можно убрать вот этот рычаг. Вот так. А потом вот так. Задача удерживать баланс какой-то промежуток.